Это регби. Пожалуй, самая оригинальная и своеобразная игра. Внешне регби напоминает футбол. Да и ничего удивительного. Эта игра родилась на футбольном поле в английском городе регби. Каждый игрок должен быть ловок, как баскетболист, силен, как борец, стремителен в беге, как спринтер. Но здесь бывает и такое, чего не увидишь нигде. Вбрасывание мяча в регби вызывает целую бурю. 30 решительных мужчин готовы на все, чтобы обладать мячом. В регби свои особые правила. Расфасовывать мяч можно только руками и только назад. Такая комбинация называется веер. В регби действует принцип «все в нападении, все в обороне». Совсем как иногда у наших футболистов. Но регби – игра сугубо коллективная. Здесь как нигде хорошо чувствуешь локоть соседа. Иногда даже чересчур. Регбисты считают не голы, а очки. И добыть их можно стремительной атакой, приземлив мяч за линией ворот. Есть 3 очка. Мяч в форме дыни, а ворота без вратаря. И если точно послать мяч ударом ноги, тоже 3 очка. В нашей стране регби с каждым годом приобретает все большую популярность. А такое не увидишь ни в одной игре. Схватка. Это нечто вроде спорного. Но мяч можно вытолкнуть только ногами. И такая силовая игра в рамках правил. А в футболе бы за это... Только в регби атаку противника разрешено останавливать вот такими захватами. Да, регби — это игра для мужчин.